такая ситуация. Здесь в России, вот эта женщина расиста, эта женщина расиста, говорит, потому что она не моя дочка. Говорит, что не моя дочка, потому что белая. Серёж, не трогай, не важно. Вот. И здесь зовут, есть вот эта женщина, здесь, которая расиста, и говорит, что моя дочка, это не моя дочка, потому что она белая. Это круто вообще. Это круто. Почему я должен показать, что я моя дочка? Почему? Скажи. А если это не его дочка? А почему? Всегда есть такие больные люди. Вот, а теперь полиция будет скачивать вот здесь с ним. Очень хорошо. Хорошо, пусть хорошо. Да, пусть и вот будет идти круто. Я буду только рада, что он скачает. Да. Иди как отсюда, давай. Скажи, как ребенок зовут? Не важно, для тебя никак не информация. Ну скажи, как давай, девочка, это твой папа. Не трогай меня. Твой папа. Иди отсюда. Ты что, ты меня трогаешь? Иди отсюда. И если ты будешь побить, я буду сюда лучше. Я хочу скачать, я перейду. Не надо. Это не твои. Вот такие сумасшедшие вообще. Открывай дверь, хулиган. А что? Да не похоже. Да? И что, бро? Не похоже, потому что. И что, не твой ребенок. Не похоже? Не твой ребенок. Привирай вообще, 19 лет в Москве. Первый раз, вот я вижу такую ситуацию. Да. Спасибо, нормальные люди. Вы же знаете, как своего ребенка звать, а он не знает. Ребенок босиком есть. Для тебя не интересно, как его зовут. Ну, посмотрите вниз, там, женщина, ребенок, и что? Специально разун ребенка, чтобы не убежала девушка.